Название концерта говорит очень о многом. Помолчу, но вспомню, как мне снилось. У каждого есть что вспомнить. Что долгие годы, а может быть и навсегда, останется в закромах памяти. И часто воспоминания вызывают бурю чувств и эмоций. Это и попытались передать артисты эстрадного вокального коллектива «Колибри». Как и полагается юбилейному вечеру, программа концерта была яркой и разнообразной. Каждый из зрителей мог найти ту композицию, которая затронула нотки именно его души. Ощущение праздника не покидало до конца выступления. Еще бы! Коллективу «Колибри» исполнилось 5 лет. 5 лет творческих успехов, новых достижений и интересных постановок. Пожелать им творческих успехов и, конечно, поблагодарить бесценного руководителя Марину Суржикову за плодотворную работу. Благодарность зрителей была отмечена не только шквалом аплодисментов. Родители, чьи дети участвуют в коллективе «Колибри», подготовили неожиданный и очень вкусный подарок – торт ручной работы. Работа с детьми, а тем более идти с юными артистами вместе по творческому пути – задача ответственная и очень волнительная. Я их очень люблю за их терпение, что они чувствуют, наверное, мое отношение. И мне очень приятно, конечно, что вы сегодня справились и показали очень хороший результат. Общий успех – это всегда коллективная работа. Отдельная благодарность была сказана балетмейстеру коллектива «Каприз» Светлане Смирновой. Кроме этого, в концерте принимал участие музыкант из Рославля Михаил Петраков. Окончание праздника было на светлой и оптимистичной ноте. Олег Соловьев, Юлия Соболева, Светлана Разганова, Десна ТВ.